Культуру разных народов нижнекамские дошколята будут сейчас изучать в библиотеке АПУШ. Там создали проект «Мы едины, мы неделимы». Занятия в его рамках будут проходить в виде квестов, мастер-классов и выставок-инсталляций. Идея создать этот проект у нас возникла после того, как нам предложили принять участие в конкурсе грантов от правительства Республики Татарстан в поддержку муниципальных учреждений культуры. К презентации проекта подошли ответственно, объяснили его актуальность, значимость и перспективы развития. Благодаря высокой оценке жюри библиотека получила грант на 500 тысяч рублей. На эти деньги планируют приобрести интерактивные панели, сценические костюмы и книги. Наверное, у нас будет договоренность, соглашение именно с дошкольными учреждениями, чтобы это все прошло организованно. Проект стартует 14 декабря. Начинается он с мероприятия «Цветок дружбы». Детям покажут музыкально-театрализованное представление, на котором подробно расскажут о каждом народе. Полную афишу библиотека АПУШ разместит в своих социальных сетях. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР.